Амурский ГХК даст новый импульс развития Дальнего Востока и станет катализатором роста экспортного потенциала страны. Введение в эксплуатацию ЭП-600 позволит Нижнекамскому Техиму укрепить свои позиции на внутреннем и внешнем рынках как производителя широкого спектра синтетических каучуков. При проектировании комплекса применяются... Производство закроет не только собственные потребности Сибура в продукте, но и обеспечит партнеров нашим сырьем без импортных поставок. Впервые базовых полимеров полиэтилена и полипропилена в Тобольске будет выпускаться поровну по 1,5 миллиона тонн в год. Выбрали для себя эти регионы для жизни и карьеры. Свободный очень интенсивно развивается. Все мероприятия, которые были заложены в нее, они в основе своей уже выполнены. Это город химиков, и сегодня это один из лучших городов для жизни. Изначально, когда город развивался, он развивался вместе с нефтехимией. У нас каждые выходные проходят событийные мероприятия на любой вкус. У нас нет пробок, общественный транспорт обновляется ежегодно. Вместе с компанией «Сибур» мы заботимся об экологии, и главное, у нас есть программы развития, которые каждый год будут давать Тобольску что-то новое. А через 10 лет преобразят его до неузнаваемости. Дальний Восток является частью Азиатско-Тихоокеанского региона. То есть за Дальним Востоком будущее Российской Федерации. Поэтому я приглашаю всех приехать к нам на Дальний Восток, в нашу Амурскую область, которая сегодня интенсивно развивается. Я думаю, что мы вместе должны творить эту историю. И я считаю, что Нижнекамск всегда будет рад новым людям, новым проектам и новым победам. И давайте эти победы делать вместе. Наш главный ресурс, драйвер развития и наше богатство – это люди. Я говорю спасибо тем сотрудникам Сибура, которые остались здесь, привезли свои семьи и доверили нам заботу о своем комфорте. И я приглашаю всех, кто еще делает свой выбор, к нам. Вместе мы достигнем самых крутых высот. А ты? Ведь ты тоже можешь повлиять на развитие одной из крупнейших компаний страны. Мы готовы предоставить для этого все возможности. Приезжай в Свободный, Тобольск или Нижнекамск. Города, между которыми нет стен и расстояний. Но есть люди. Наши люди. Наша большая команда. И цели, достойные тебя.